Федеральный фестиваль «Российская студенческая весна» является одной из главных площадок для демонстрации талантов молодежи. В этом году ульяновские студенты выступили достойно. Они принесли региону 3 специальных приза фестиваля. Также студент УЛГПУ получил звание лауреата 3-й степени в театральном направлении. Мы прекрасно знаем, что из таких активных студентов вырастают молодые лидеры, на которых хочется равняться, которые достойны служить примером для следующих поколений. Ульяновская молодежь всегда была и остается нашей главной созидательной силой. Также на встрече наградили и тех, кто активно работает с молодежью. Начальника отдела молодежной политики, руководство техникумов, преподавателей вузов и других выдающихся специалистов. Еще одним значимым событием стало присоединение Ульяновского дома молодых к общероссийскому движению первых. Вот идея родилась действительно открыть первичное отделение, чтобы действительно те ребята, которые приходят к нам в дом, наш молодежный дом, дом молодых, смогли тоже быть с нами вместе. После торжественной церемонии ульяновские студенты побеседовали с Алексеем Русских о возможностях профессионального развития и старта собственных проектов в родном регионе. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.